Всем доброго времени суток, с вами я, Котвей Дабстепов, и мы продолжаем прохождение Castlevania Lords of Shadow. Сейчас мы будем биться с боссом, ну вы сами все увидите, так что поехали, святилище титанов. The three companions enter the chamber of the titans. What awaits them there is all that remains of the great technology of the Aghartians. This battle will test them all, and there is no going back now. The board is set, the pieces in play, and we shall see what occurs and who will emerge the victor. The child and her golem will help, and I hope once the battle is won, that Gabriel will have the courage to do what is necessary. Necessary for our quest to succeed. For there is still the matter of the Lords of Shadow, and their power is even more formidable. What? Неплохой конструктор, согласитесь. Так, да, красавчик. Видно руку Хидео Кодзимы, Shadow of the Colossus. Так, вот. Сам босс по себе не трудный, как той ледяной гигант. Так, вот к нему близко лучше не подходить, да, но тут есть одна вкусняшка. Вот именно здесь где-то. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот-вот-вот. Отлично. Так. Сложность заключается в том, что не то, что как его победить, а чтобы словить камень. Его и пульнуть. Watch out for the То есть rock. На клаве это очень сложно сделать. А, вот, видите? Тебе надо васт-васт. Зажать клавишу взаимодействия и быстро васт-васт. Так, вот-вот-вот. Есть! Получилось. Лови плюху. Thank you.
Вот теперь наша очередь. Так. Ай-яй-яй, встает. Не, золотой, ты от меня не уйдешь. Так нечестно. Отлично, все, полезли. Так, вот. Так, удерживаемся. Ой-ой-ой-ой. Наверх. Вот. Сам по себе босс прикольный. Но не такой прикольный, как предпоследний босс. Там вообще... такое, что просто... челюсть нафиг отваливается. Вот. Сейчас сложность в том заключается, что надо, вот когда вот именно удерживаете F, вот, да, вот именно тогда надо удерживать. Чуть-чуть проморгаете, и все, вы слетите. Вот. Первое. F. Отлично. Вниз, быстро вниз. Есть. Так, и тупо теперь удерживаемся. И вот, молодцы. Hey, over here. Клаудия, молодчинка. Так, поехали. Теперь делаем все, что от нас зависящее. Ой-ой-ой. Down here, you bitch! Удерживаемся. No, here! Look, here! Так. Так, вот, есть. Хватились. Так, вот, руку себе он избил. Ой-ой-ой-ой. Так. Удерживаемся. И скалеживаем руны последний. Прикольный босс. Вот. Как конструктор, да? Так, а вот меня там нет. Вот здесь камушек. Перетягиваемся. И ждем. Ну что, золотой? Так, вот. И сюда. Прям в черепушке. Ну как в черепушке. Корона. Ну, сам по себе босс очень красивый, да. Ну, сам по себе. И огромный. Дура какая, да? Gabriel, take this! Лови плюхан, да? И опа! Извините, там, но... твоя песенка спета. Как конструктор. The Titans are no more. She was the last of her kind.
Shall we go on? We should rest. Night is coming. I know a place. И вот, прошли это. Причем с первого раза, то есть с первого раза я пульнул этот камень. Это очень классно. Ну как, не с первого, а со второго. Но все равно. Я помню, первый раз я вообще полчаса только парился над этим. Ну да ладно, комментируйте видео, подписывайтесь, лайкайте, ну и всему всего подобного. Ну, все, до свидания.